Жители Ревды пребывают в легком трансе из-за неожиданного нашествия огромных свиней, которые гуляют по улицам и дворам. Кое-кто опасается, что хрюшки могут напасть и на детей. К тому же поросята попадают под колеса машин. В свинском нашествии ревдинцы винят местного фермера по прозвищу Ташкент. Дескать, это его пятнистые свиньи с полдюжины штук кошмарят город. Более того, по словам Натальи Либуховой, с подворья фермера Анатолия нечистоты стекают в городской пруд, а на его участке якобы разлагаются туши мертвых животных. Фермер по прозвищу Ташкент. В комментариях порталу Е1 заявил, дескать, он и в самом деле выращивает свиней, но его хрюшки дальше берега пруда не убегают. По словам ревдинского свиновода, кто может утверждать, что это его свиньи гуляют по городу? Может, они удрали от другого фермера? Дескать, его поросята накормлены, и зачем им рыскать по дворам, тем более нападать на прохожих? Далее цитата от Ташкента. «А морозы ударят, им вовсе будет неинтересно. Ходить по улицам. Они, в общем-то, теплокровные животные». Конец цитаты. Наталья фермерский оптимизм не разделяет. Она из своего окошка насчитала 6 хряков и подивилась, какие же они огромные, добавив в том духе, что люди боятся, и все может закончиться трагедией. А местные силовики бессильны перед одним человеком, который со своими свиньями-бомжами закошмарил весь город.